втором ряду 25-й номер. Якименко Сергей. Вообще, это гонщик из Москвы. Он выступает на мотоцикле «Априлия». 51-й спортсменов через номер. Там может услышать что-то произнести. Мафлянов Ефим тоже. Мотоцикл «Априлия». И тоже из Москвы. Итальянцы у нас. Московские итальянцы. 60-й номер. Это Владимир Иванов. Очень известный гонщик, который в прошлом году выступал за команду DMC Panhandle Yamaha, на самом деле. И очень серьезную потерпел аварию, к сожалению, прямо в начале сезона. И сейчас от нее пытается восстановиться довольно успешно. И можно только действительно порадоваться за его силу воли, и он является вдохновением для многих начинающих гонщиков. Но нам пора покидать стартовую решетку. Увидимся на процедуре награждения. Итак, посторонние, начинаем покидать. Последняя минута, уходим лишнее. Механики, убираем чехлы, грелки, колеса запасные, генераторы и же с ними. Ну, грелки в такую погоду, конечно, весьма актуальная вещь, потому как холодно. Семнадцатый номер Киселев, 44-й Майоров, 60-й Иванов, 72-й Кожеуров, 78-й Смирнов и 79-й Амверкин представляют у нас супербайк, а остальные участники суперспорт. Вот первый ряд для телезрителей: Киселев, Горев, Амверкин. Второй ряд: Кожеуров, Егоров, Стенька. Третий ряд: Пенкин, Курмаев, Майоров. Четвертый: Мавлянов, Якименко и Иванов Владимир. Пятый ряд: Смирнов, Ковалевский, Белоусов. Сейчас посмотрим, все проедут или нет у нас. Все выедут или нет. Потому что, как мы видели, по примеру, у нас класса суперспорт. Ну, там, правда, один только не выехал. Но было достаточно много сходов. Очень здорово едет Горев у нас, что, собственно говоря, он холшот сделал в Казани, что здесь вчера был второй квалификации, причем проиграл там 1/10, чуть с небольшим, Киселевым. При том, что Горев это сток тысяча, а Киселев это супербайк. Итак, 23 круга предстоит парням продержаться, побороться. Дождь опять решил пойти, хоть и небольшой. Но организаторы сделали все, что смогли. Они боролись вчера в квалификациях, в тренировках с мокрой трассой. Сегодня мы видим, собственно, только что пылесосом ее не пылесосили, а так швабры. И тракторные щетки шли в ход. Игорь Иванович, решетка сформирована. Даем стартовую команду. Итак, у нас прошел прогревочный круг. И загораются красные светофоры. И гаснут старт! И мы видим, что... Что у тебя нормально было? Что у нас... Киселев Максим, полшот, да, 17-й номер Максим Киселев,
34-й Иван Горев. И Аверкин чуть засиделся, но тем не менее третий. Ну, засиделся 22 сотых секунды, это можно сказать. На 4-й позиции 72-й Петр Кожевуров. На 5-й у нас 46-й Владислав Снег из Первоуральска. Итак, Максим Киселев, вы видели вчерашней квалификации, очень здорово чувствующий себя именно на скользкой трассе, возглавил заезд класса Супербайк и 100. Максим Киселев, опытнейший гонщик у нас из Мытищ, Подмосковья, трехкратный вице-чемпион России у нас сезонов 13-го, 11-го и 9-го года. Бронзовый призер суперспорта чемпионата России сезона 2012 года. Итак, одно падение на первом круге. 15 спортсменов. В принципе, все у нас на дистанции. Максим Киселев, Иван Горев. Итак, вот эта двойка. Аверкин вышел вперед. Аверкин таки после первого круга вышел вперед. Максим, 79-й стартовый номер, самый титулованный спортсмен. Мы говорим, шестикратный чемпион России 13-го, 12-го, 11-го, 10-го и 3-го годов. Чемпион Украины 6-го, 5-го. Чемпион Восточной Европы 2004 года. И супербот он трижды выиграл в 11-м, 9-м и 2006 году. Сейчас он лидер супербайка у нас. И второй супермото после первых этапов. Итак, Аверкин показал. Минута 41,1. Красный флаг, остановили гонку. Остановили заезд. Приняли решение организаторы после первого круга на втором круге заезд остановить. Я так думаю, будет у нас рестарт и повторение предстартовой процедуры. Ну, поскольку это первый круг, скорее всего, опять же, поедут со стартовой прямой. Вряд ли будут как-то выставлять и добавлять результаты. Итак, у нас, в общем-то, серьезных последствий эти падения не имели в районе 7-8 в КП. И получается, что все своим ходом как бы заезжают у нас в стартовый парк. Но, я так понимаю, будет по новой проведена у нас предстартовая процедура. Скорее всего, она будет укороченной. Ну вот сейчас главный судья решит этот вопрос.